Прием-прием, друзья, на связи Шадимен, и в первую очередь я передаю большое спасибо от Стефа. Друзья, те, кто вчера посчитали, какое количество зомби там было, большое вам еще раз спасибо, их там было действительно 7 штук. Вы, Стефа, правда, очень-очень выручили. Ну а сегодня, друзья, у меня вот такая вот какая-то фигнатулина тут нашлась. Помните, после этой базы «Восток», когда мы с вами читали вот этот шифр, там что-то по буквам выставляли, так у меня теперь какая-то самая настоящая паранойя. Я теперь все предметы пытаюсь постоянно выстроить. Вот и мне интересно, какое слово получится в данный момент. Я уже столько времени голову ломаю, что здесь может. Смотрите. Камень, огнево и танк. Еще раз, камень, огнево и танк. Я уже и так кручу, но у меня никакое слово не получается. Если у вас получится какое-то слово, ну, составить логически вот из этих предметов, может быть, из букв, которые состоят эти предметы, то обязательно пишите это слово в комментариях. И те, кто из вас напишут, также еще не забудьте поставить свой лайк, чтобы я видел, кто из вас там самый такой решительный в головоломках. Ну а те, кто из вас также еще не подписан на канал, друзья, нажимайте на эту красную кнопку подписаться и подписывайтесь прямо сейчас, и обязательно не забывайте нажимать на колокольчик. Ну все, друзья, давайте тогда еще дальше подумаем, и также желаю вам приятного просмотра. Я не знаю кто, в общем, девушка. Стоп, погоди, Хантер, ты сказал девушка? Стеф, может первый тогда сиганешь? Держись, Стеф, я уже здесь. Ков, честное слово, откуда к вентиляции столько? Хоть бы она открылась, ладно. Раз. Два. Три. Так, открылась. Давай, давай, тише. Ах, твою дивизию. Откуда вас только набежало только здесь? Это что такое? Это что вообще происходит? Какого черта она не открылась? А нет, все, открылась. Открылась. Ух ты ж, ё-моё. Вот это... Это вообще что было только что? Обалдеть, сколько их там набежало просто за секунду. Я еще главное, дверь открываю, открываю. Ну что это не открывается? Как тут вообще замок этот работает? Куда ключ-то в итоге нужно? В какую дверную скважину? Что сейчас было? В дверную или куда-то вот сюда это все должно делаться-то? Я что-то как-то это не совсем понял. Я потом если что... А нет, все, дверь... Вот теперь дверь как бы точно закрыта. Я думаю, то что теперь зомбаки ее точно не выломают, если они, конечно, большой своей толпой сейчас дружно не начнут все бежать на меня. Ну нет, надеюсь, такого не будет. Ух, ладно. Все. Это препятствие я преодолел. Можно теперь как-то и дальше продвигаться потихоньку, не знаю там, что меня теперь будет дальше ожидать, хотя на самом деле у меня патронов-то толком вообще не остается. Что у меня здесь вот? Так, я, ладно, перед тем, как дальше пойти, а там дальше, что это такое, господи, что это такое? Нет, пожалуйста, только не это, только не эти узкие тоннели, эти, ой, нет, честное слово, я это просто терпеть не могу. Ладно, все, сейчас я по-быстрому тогда все свои вещи эти разберу. Так, а у меня есть там... 5.56 на 39, у меня 5.56 на 45. М-ка стреляет. Нет. У меня даже подходящих патронов тут совсем нет. Так, а в чем здесь разница? А, все, понял, в чем разница. Так, пустые магазины. Два пустых отложил. Так, у меня тут еще один пустой магазин. Вот с этой М-ки получается. Вернее, не с этой, ну, с единственной М-ки, которая у меня есть. Так, и дозаряжаю сюда еще один целый магазин, и того у меня получается два магазина полных, третий полный магазин прямо в эмке сейчас находится, и получается 9 миллиметров. Мне на самом деле сейчас я тоже тогда положу себе вот сюда вот в подсумок, в маленький карман свой. Так, и весь магазин 9 миллиметров на МП-9. Ой, так, не понял, почему у меня не дозарядилось. А, да ладно, нет, только не это. Это калибр 45 ACP, блин, я думал это 9 миллиметров, а я на базе взял. Ё-моё, так это я 9-миллиметровки оставил там, а с собой 45 ACP подобрал. Вот я, конечно, учудил. Вот это я, конечно, дело сейчас натворил, я сейчас понимаю, что вообще происходит. Ладно. Ладно. Буду продвигаться дальше, а что это, интересно, здесь это решетка почему-то открытая? Непонятные дела, может здесь кто-то совсем недавно до меня был. Ладно, возьму я тогда в руки вот это 9 миллиметров и на всякий случай за собой решетку закрою. Мало ли, может быть, зомбаки, вон он прям возле двери стоит, даже он там не один стоит. Целая толпа набежала, может они сейчас все вместе начнут дверь выламывать и потом в эту вентиляцию за мной поползут. Так, ладно, главное, чтобы не было пауков, потому что... Я уверен, то, что, как бы, боязнь пауков у меня за этот маленький период времени, она совсем никуда
не пропала. И любой маленький паучишка, который откуда-нибудь да выползет, для меня будет самым настоящим шоком, так что ладно. Вроде как уже недалеко осталось, я надеюсь, то, что там не тупик, потому что если там тупик, то я из этой базы... Кстати, обратным ходом я уже так и так не вылезу, потому что через тот большой винт туда ведут лестницы, а лестницы там сломаны. То есть пути назад у меня в любом случае нет. Мне только идти все время куда-то вперед и надеяться на то, что здесь будет хоть какой-то выход. Ну, наконец-то я могу хотя бы уже здесь полным ростом стать. И, кстати, нужно Стефу срочно сообщить, что у меня здесь вообще происходит. Да и вообще у него узнать нужно, как у него там дела. Так, какой-то спуск интересный вниз начинается. Ладно, все. Была, не была. Сейчас я уже наконец-то... Ага, дверь. Какая-то дверь. А что скрывается за этой дверью? Да ладно! Это чё такое там? Это что такое? Обалдеть! Ё-моё! Я такого мяса никогда не видел. Тут даже все двери заколочены. А как мне пройти-то? Придется эти деревяхи, получается, как-то выбивать отсюда. Обупись, сколько там зомбаков валяется, ё-моё! Это что там, пулеметы? Это офигеть. Ладно, нет, сначала наберу Стефу, а потом уже пойду туда тогда. А, Стеф, прием. Стеф, выйди на связь. У меня тут это срочно интересные новости такие нашлись. Да, Шеди, прием, да, я на позиции, слушаю тебя внимательно. А, Стеф, слушай, я нашел тот самый винт большой, ну, как бы уже достаточно порядком времени прошло. В общем, тут какой-то большой зал находится снизу. Представляешь, там такая огромная груда зомбаков валяется. Они просто все перестреленные. Как думаешь, что здесь могло вообще происходить, то, что тут такое, такая кученция навалялась? Щеди, ну, господи, а я откуда могу знать, что там могло происходить? Да, Стеф, ладно, это, видимо, у меня просто эмоция. У тебя-то у самого как там дела? Шевеления есть какие-то наверху, не знаю... Движения, люди новые, вертолеты, что-нибудь. Нет, Шеди, представляешь? Помнишь, Хантер говорил то, что какие-то люди якобы сюда прилетали? Так вот такое чувство, как будто бы по закону подлости, как только мы с тобой сюда прибыли, сразу куда-то все моментально пропали. Да, Стеф, возможно. Не исключено, странно, конечно. Все, Стеф, ладно, я попробую сюда дальше пройти, потому что мне кажется, что там настолько много зомбаков, это точно не случайно. Конец связи. Тишина. Действительно, какой-то самый настоящий закон подлости. Самое главное пока что... Ё-моё, нет! И тут... Нет, я назад не могу пройти! Я назад не могу... А нет, стоп! А нет, не могу! Не могу! Блин, все, капец. Все, короче, у меня... Чё-то я как-то это невнимательно подумал... Короче, если тут еще какие-то двери будут, то я сначала буду максимально быстро смотреть, смогу ли я вернуться назад, потому что, ну что это, вот, я не могу, я руками-то, давай, никак не могу дверь поднять, у меня пути даже назад никакого нет, ладно, придется, нет, так, пипец, это пипец, это Атас, самый настоящий Атас, быстрее аптека, так, ладно, все, отстал, он, по-моему, отстал от меня, все, а вот теперь понеслась, родненькая, так, давайте, зомбаки, быстрее на меня, попробуйте, подойдите, блин, сколько патронов только улетает, сколько патронов, вот это офигеть, что происходит, вот это просто, опупеть можно, так, быстрее, аптека, быстрее, так, все, успел, нормально, пока что успеваю, блин, сколько их здесь, ай-яй-яй-яй, я вообще не понимаю, как у меня тут еще у одного получается, в принципе, что-то тут хотя бы сдерживать. Их тут просто гигантское количество. Ё-моё, нет, отвалите от меня. Так, что у нас здесь? Здесь еще зомби. Да что ж ты будешь делать-то? Так, назад. Автомат. На тебе, получайте. Так, аптека, быстрее. Что будет такое-то? Так, патроны. У меня патроны кончились. Так, все, спокойно, иди отсюда. Зомбятина. Так, все. Ё-моё. Так, аптека еще, у меня аптека есть. Еще, быстрее. Раз, два, все, живой. Я живой. Все, нормально. Так, что еще можно сделать? Так, напиток. Энергетический напиток на всякий случай. Отлично. Все, великолепно. Вот так-то намного лучше. Чувствую, как у меня потихоньку начинают силы прибавляться даже. Отлично. Все, иди отсюда, зомбятина.
Это было очень опасно. Так, я хочу просто в угол сюда забиться. Сейчас. Мне нужно немного времени, чтобы хотя бы немного отдышаться. Сейчас, буквально минуточку, заодно сейчас проверю все свои магазины. Вот у меня, в принципе, и последний магазин на М-ку остался. Вот это я понимаю, конечно, пошел на разведку. Ага. А что там? А, нет, два. Пока что еще два магазина. А вот 9-миллиметровый патрон у меня и вовсе кончились. Ладно, я тогда МП-9 убираю, потому что у меня даже никаких патронов на нее нет. А пока что, наверное, придется доставить АК-74М. Какой у нее калибр там? 5.45 на 39? Так у меня есть 5.45 на 39, стоп. 17 в запасе получается. А, все, я понял. Все, есть выход. Есть какой-никакой хотя бы небольшой выход. Так, стоп, так у меня вообще целый магазин тут. А чё я так это, не понял, почему он не заряжен был? Так, ну-ка. Опа, так все, у меня получается 49 патронов, 5.45 на 39 имеется, чуть что. Еще и в 17 получается в запасе даже. Ну все, вот это совсем другие дела. Вот если бы не эта такая 74М или что это за пушка? Да-да, та самая. Я бы тут вообще тогда без патронов остался. Ладно. Так, ну что ж, попробую выйти отсюда еще раз. Так, ладно, я побегу, если что, вот так вот по кругу, чтобы видеть, откуда вообще зомбаки идут. Так, иди отсюда. Негодяи только. Как они отсюда только набежали. Ну, это, конечно, и не секрет. Это далеко, настолько, наверное, маленькое количество от того, что тут, в принципе, наверное, творилось. Если тут военные даже вот с такими пулеметами, с РПК, это РПК, да, это, видимо, РПК, если они даже с такими пулеметами не смогли оборону держать, то, что происходит сейчас, это только буквально 1% от того, насколько здесь много зомбаков было до того, как я сюда сам, получается, пришел вообще. Ух, ладно, все, справился. Вроде как справился, теперь можно хотя бы немного, хотя бы совсем немножечко, капельку отдышаться. Ух, это что-то. Это просто что-то. Честное слово, у меня настолько дыхание сбилось даже. Да. Опупеть можно, откуда на самом деле их только бежало, через этот маленький узкий проход, или откуда они вообще могли отсюда набежать. Так, ладно, кстати, что самое приметное, ни одного тут человека вообще, который мог бы тут остаться, вообще нет. Абсолютно ни одного, ни живого вообще никакого человека здесь почему-то нет. Так, первым делом, что это за маленькая комната? Я, насколько понимаю, здесь вот эти военные и жили какое-то время. Вот тут лежат какие-то кости, я понятия не имею, что это. Такая, что такое, комбат найф, это получается у нас какой-то военный нож. Нагрудник из крышки от мусорного бака, что? Это чё за фигнюлина еще такая? Серьезно, что ли? Обалдеть, это чё за клоунада получается? А чё, может мне с этим мусорным баком бегать, а то... Нет, это бред. Это, мне кажется, уже слишком как-то смешно с мусоркой на теле бегать. Это уже как-то из разряда уже совсем отсутствие вещей каких-то. Так, ладно, раз уж я здесь... кстати, а как я отсюда выбираться-то буду? Оттуда я не выберусь. Отсюда не выберусь, потому что это просто маленькая комната. Так, вон там. Вижу. Вот здесь какой-то выход есть. Так, он, видимо, активируется по кнопке. Зайду ли я назад или нет, я не знаю. Так что я сейчас, наверное, по-быстрому вот так вот попробую туда по-быстрому выглянуть. А потом, если что, зайти назад. Мне нужно посмотреть, куда там лестница. Да, здесь какая-то лестница, а значит, лестница куда-то ведет. Так, ладно. Опа. Успел. Так, ну-ка, что там было? Я чуть не очень понял. Раз. Опа, успел. Там люк. Наверху какой-то люк, скорее всего, это выход. Ладно, чуть что, буду выходить именно отсюда. Видимо, на сегодня это мое единственное спасение. Интересно, кстати, Стеф слышал, как я стрелял? Хотя, на самом деле, это даже, наверное, вряд ли. Так, ладно, по-быстрому проверю все РПКшники. Так, тут 0 патронов. Это меня тогда не интересует. Мне, на самом деле, какие-нибудь патроны хотя бы на него найти. Так, тут тоже 0 патронов. Ладно, кладу тогда на место. Обалдеть, а так бы сколько тут оружия появилось? Вернее, у нас бы приобрелось, если бы вот эти РПК хотя бы хоть что-то при себе, да, имели бы. То тут, к сожалению, везде 0 патронов, просто 0 боеприпасов. И в этих ящиках, я насколько понимаю, тоже ничего нет, потому что они уже все открытые. Не просто же так, вот они, пустой. Вот этот маленький... О, так... А это что такое? О, маленькая груда этих... патрончиков. А что это за калибр-то? 7.62. О, так это же калибр.
от калаша получается, только не 74М, потому что 74М у него 5,45 на 39, а тут получается 7,62 на 39. Это значит то, что вот эти патроны, кстати, должны подойти, насколько я понимаю, к РПК. Так, ладно. Ладно, сейчас я свое суперзрение тогда активирую. Мне нужно обыскать тогда всю эту площадь, которая здесь находится, отыскать вот эти все патроны, если они, конечно, еще тут имеются, но пока что я почему-то никаких патронов не вижу. Возможно, конечно, они тут где-то между вот этим мясом зомбаков есть, но нет. К сожалению. О, вот еще. Нашел еще. Вот они маленькие тут родименькие валяются. Целых 29 штучек насобирал, но пока что все. По-видимому, на 29 у нас, в принципе, все и заканчивается. Ладно, раз уж пошла такая пляска. А, стоп. Пляска, говорю так. А у него какой тут 5,6. Так, 5,56М-ка. Окей, я понял. А что если я попробую сделать вот это дело? Сейчас я разряжу РПК. Зарядил 29 патронов, все. У меня есть теперь, если что, с собой даже РПКшник. Правда, мне становится, честно говоря, все труднее и труднее передвигаться, потому что как-никак у меня здесь вот такой пулемет МП9 и еще много-много-много чего интересного. Так, ладно, патроны это хорошо, то, что я здесь нашел, но неужели в этом комплексе больше ничего интересного нет? Ведь я такой громадный путь прошел, тут вон сколько всего валяется, представить только. Что здесь вообще происходило за все это время? О! Листик какой-то валяется, ладно. Может быть, этот листик хранит в себе какую-то тайну. Так, что-то напоминалка. Что в этой напоминалке? Чего-чего? 1-0-2-4-1-B-2-K-3-P-3-0-3-O-4-S или 4-C. Что это такое? Это что такое вообще? Что за напоминалка такая? Так, ладно, возьму с собой, была не была. Пускай у меня тогда здесь она и лежит, только вот к чему бы могла применяться такая непонятная напоминалка? Я, если честно, не знаю, но черт побери, это невозможно. Я не верю, то, что я прошел такой большой путь, и то, что в этом бункере больше ничего нет. Такого просто быть... Вашу дивизию на самом деле никак вообще не может. Мне кажется, то, что тут находится что-то очень скрытное. Оно точно находится не здесь, потому что... Здесь просто выход. Точно не там, потому что я отсюда зашел, и точно не здесь. Хотя, возможно. Возможно, что-то находится под кроватями в этой маленькой комнатке. Сейчас я тогда по-быстрому все это дело проползу, проверю, но нет. Почему-то здесь все-таки ничего такого, что могло бы зацепить мое зрение, нет. А вот эта большая книжная полка за этим большим столом, мне кажется, то, что, возможно, в себе что-то и... таит, хотя на самом деле, ну, ладно, вот, я сейчас понажимаю тут туда, куда только можно. По-моему, здесь вообще ничего такого необычного даже и нет. Обычные самые книжные полки, ведь да, по-моему, так оно и есть. Ну да, вот они, красные, желтые, синие, зеленые, коричневые, просто стоят и стоят здесь. Так, стоп, а это что за... А это что такое здесь? Вы... А как я не заметил-то сразу? У меня просто в глазах все слилось. Реально. Обалдеть, тут кнопка. Это скрытая кнопка, я ее не заметил, что? Ну-ка. О! Это что такое? Что это за танцпол там? Ваше удивить. Ладно, попробую зайти тогда. Я назад смогу выйти, если что? Да, работает, все нормально. Работает, все. Что здесь такое-то вообще? Какие-то нажимные плиты, они почему-то еще все разноцветные. Так. Я, кажись, понял. Меня осенило только что. Меня осенило, я понял, как это работает. Это как это, я в фильмах такое видел. Короче, 1О или 1-0, я не знаю. Но, скорее всего, 1О, что может быть 1О? 1О это, скорее всего, 1 оранжевый. Ну-ка. Работает! Да-да-да, это оно и есть. 2-4. Или что это такое? 2-4. Или... А! 2-черный. 2-черный. Сработало! Опупеть! Что там дальше? 1-Б. 1-Б это у нас получается 1-белый. Я понял, так мне нужно как-то... Вот так вот перепрыгнуть. Отлично. Получилось 1-Б. 3-П. Или что это такое? 3-З... 3Z, радужный, оранжевый... А, радужный, кстати, на самом деле,
Видимо, это придется мне куда-то туда. Ну-ка, вот так вот. Великолепно. Пипец, у, конечно, система защиты. 2К и 3-0. Так, 2К, получается, мне вернуться назад 2. Так, стоп, а что тут 2К-то или... К-к-к... А, коричневый. Конечно, коричневый. И дальше, по-моему, что там было? 3-О. 3-О, это получается у нас оранжевый. Оранжевый, это вообще вон туда, далеко, вот так вот. И что-то еще в конце остается у нас. 4-С. 4-С. 4, скорее всего, вот этот синий. И я прохожу дальше. Да. Именно вот так эта штукенция и работает. Обалдеть, это впервые, что я встречаю такую гениальную вещь за все время. Честное слово, я никогда еще такого не встречал. Ладно, что у нас там дальше? Это что такое там? Ну-ка. Ё-моё, это что там за вентиляторы какие-то дуют? А, я понял, походу. Они что, в эти иглы прям сдувают? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да нет, вроде даже как-то... Спокойно, абсолютно проходишь. А что они тут тогда делают, я не пойму. Так, о, а что это здесь у нас? Ну-ка, сейчас сюда накину. О, обалдеть. Чё я нашел? Чё я нашел только что? Так, а что это, свет тут активируется? Так, я не понял. Ну-ка, 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 сейчас я проверю. Да реально, тут нажимаешь, еще и свет активируется. Обалдеть, вот это тоннельчик. Вот это я понимаю, полоса препятствий. Вашу ж дивизию. Конечно, этот склад не очень большой, но это все-таки того стоило, то, что я только что прошел как-никак. Какие-то коробки с патронами целые валяются. Ну-ка, а что здесь вообще имеется-то? 5.45, 7.62, 5.56 на 39, 9 миллиметров. Аптечки, маленькие аптечки. Это что такое? Тут набор медика самый настоящий, бинты. Уколы какие-то, обалдеть, что это такое, и в каждом вот этом ящике, вернее, в каждой коробке действительно что-то есть, но, к сожалению, только не вот в этих. А так, на самом деле, хотелось вот это оружие здесь, вот это здесь оружие. Правда, вот что я точно знаю, как бы вот это вектор называется, он стреляет патронами 45 ACP, патронов на дробовик. У меня, кстати, есть патроны на дробовик, но нет дробовика. В принципе, я тогда, наверное, могу себе вот этот дробовик забрать. Так, а вот эта винтовка называется «Гроза». Она стреляет 7,62 на 39. Хм, ладно. Я, в общем, наверное, сейчас как можно больше оружия нагружу. Так, это тоже по калибру не подойдет. Это что за винтовка вообще? FN-FAL какой-то. 7,62 на 51. Это что за калибр у него такой необычный? А так, сама по себе, на самом деле, винтовочка достаточно интересная. И снайперка какая-то. Ну-ка, а что это вообще тут это? За снайперка такая необычная. SV-98. 7,62 на 54. Но, к сожалению, тут тоже такого калибра нет. Ну ладно, я возьму. Эту винтовку снайперскую я тоже возьму, потому что раньше я их не брал. Думаю, то, что сейчас самое время настало уже наконец-таки взять снайперскую винтовку. Так, патроны. Теперь, что касается вот этих золотых запасов патронов. Ладно, все вот эти патроны, которые здесь имеются, я тогда тоже все. Просто каждую коробочку я сейчас по-быстрому все это обыскиваю. Поскорее уже выхожу через запасной выход на улицу, бегу к Стефу и сообщаю ему то, что у нас... Просто сегодня на самом деле отличнейшие новости. Только меня одна мысль терзает. Не кажется ли, что это все слишком банально просто? Просто максимально просто, насколько это возможно быть. Мне кажется, это либо какая-то... Черт, а что если это действительно какая-то ловушка или... Хотя нет. Хотя нет, тут на самом деле... Листочек лежал как-то непонятно, как будто бы на самом деле так и знали то, что кто-то из нас сюда подойдет, или мы вернемся на эту базу. Черт, это как-то все подозрительно странно. Конечно, блин, я аптеки с собой взять не смогу, потому что... Хотя, в принципе, я могу, наверное, как-то по максимуму вот так вот все это уцепить, а так... Нет. У меня просто-напросто... Хотя нет, вот у меня в рюкзаке, в принципе... А, нет, стоп, какой рюкзак? Я это... Нечаянно не туда, нет. У меня просто место, у меня даже места банально нет вообще абсолютно. Ладно, я этот... Что взял, то смог. Остальное, если что, вернемся потом. Потому что, если что, я буду знать, какой здесь запасной выход. Так, ладно, сейчас главное только аккуратно все это пройти. А так, я могу назад вернуться по... Ну, просто так, интересно, или нет?
Так, ладно, рискну тогда. Так и быть, рискну. Вот так вот. Ладно, я правда кнопки задел, но надеюсь, что это никак не повлияет. Ладно, ну что ж. Так, обязательно запомнил это место. Если что, возвращаюсь назад. Стеф, прием. У меня просто офигеннейшие новости, ты не представляешь, чего я здесь нашел. Сейчас это к тебе вернусь и обязательно обо всем расскажу. Хорошо, Сиди, давай, я весь в ожидании. Все, Стеф, буду минут через 5, конец связи. Сейчас я Так это она что? С руки что ли открывалась? А, ну, тогда бояться было, в принципе-то, и нечего. Так, я, насколько понимаю, на улице уже достаточно так порядком подстемнело, но ничего страшного. Так, о! Здрасте. Здорово, здорово. Так, вылази, сейчас с нами пойдешь. А куда с вами?